Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон и также Екатафалк Смертоносный. Алло! И сегодня мы с вами находимся в доме престарелых. В том месте, где одна минута считается как 10 лет. Там, где человек может прожить всю свою жизнь буквально за 10-15 минут. В Воронеже. И вы спросите меня, почему в Воронеже? Да потому что всем известно, что в Воронеже люди быстрее стареют. Вот как бы мы здесь и оказались. Мне кажется, только ты так решила, то что в Воронеже люди почему-то быстрее стареют, чем в каких-то других городах. Ты загугли статистику и прочтешь, что там все написано. Воронеж — один из самых первых городов, где люди стареют. Ну, короче, я не буду тебе рассказывать, это школьная программа, 4 класс. Хорошо, всё. Хорошо, я не учился в России, поэтому я, наверное, не буду завидовать тем, кто живет в Воронеже. Извините, пожалуйста, но сегодня мы именно в Воронеже находимся. И сегодня боги Майнкрафта спустили нам с небес такой челлендж, что мы играем в Майнкрафт, но стареем не по часам и не по минутам, а по секундам. Это очень прискорбно и страшно. Уже вот это радикулит дает о себе знать на самом деле. Ой, да я... не придуривайся, да, все я... нормально. Да, смотри, я реально еле как бегаю, вот ты меня обгонишь за секунду, вот это я максимум бегу, вот смотри, максимум. Угу. Обгоню я тебя очень сильно, когда мне дали эффект замедления. Угу. А тебе тоже, ну я говорю, мы не успели еще зайти в Майнкрафт, как у Кати там уже хрящики защемило. Все, уже надо спинку проминать, вот это все прогревать. Я вижу. Хотя мне всего лишь 21 год. Но скоро 22, ты как бы тоже не преуменьшай, но я вижу то, что у тебя на лысом затылке уже первый седой волос появился. У меня волос нет вообще, какие седые волосы, о чем ты? Ну-ка сплюнь! У нее уже вообще волос нет, 21 годик, ну как бы мне 24, я уже вообще старперский. У меня волос тоже никогда не было, привет. По идее, ты должен быстрее постареть, чем я. На 3 года? Ты еще скажи то, что я быстрее умру, чем ты на 3 года. Ну, вообще так-то да. Вот это поддержка в твоей второй половинке. Спасибо большое. Так, давай быстрее. У меня есть еда, нам нужно ее пережарить. Это что? Это, походу... Подожди, это или... У меня 2 предположения. Это или гроб на колесиках, или это катафалк, или это наше спасение в старости. Берем! Подожди, куда берем? Не ломай эту колымагу! Месье, пожалуйста, вот этот таксист. Вот так, ага. Ты меня ударил. Это просто офиген был. Катя, ты что, крейзи? Слезай давай. Подожди! Это... Воу-воу-воу-воу, какой голод! Поешь! О, печка, сейчас быстренько еду пережарю. Давай, пережаривай. Слушай, а что, когда ты стареешь, тогда ты чаще кушать хочешь или что? Ну, видимо, да. Я не знаю, я просто ни разу в старости не была. Может быть, ты мне расскажешь? Ты откуда? В смысле я тебе расскажу? Мне 24, а не 44. Дедушка, все спокойно, успокойся, все нормально. Где твои внучки? Давай я тебя отведу домой. Иди, пожалуйста, в дом и залутай сундук, там 100% что-то будет. У тебя есть уголь? У меня один уголь остался. Иди в дом, залутай сундук! Уголь. Уу, сколько тут яблочков. Так, тут еще хлебушек кусочек был. Так, ты где? Ты пожарил? О, отлично. Старость подкралась незаметно, да? Чего? Что такое? Челлендж, походу, начинает действовать. Ты только что забежала в дом, выбежала ты уже седая. В смысле седая? Подожди, у тебя волос не было. Как у тебя успели вырасти волосы и посидеть за буквально 20 секунд? Так, хочешь сказать, что на моей голове сейчас есть волосы? На так твоей... это ж чудесно! Это я заколебалась уже лысой быть! Ну потому что не надо через же подписчиков выполнять вот это, обещать им что-то. Мы посидели, полысели только из-за некоторых в комментариях. Я все это время мечтала о волосах, поэтому я счастлива. А седой сейчас в моде, девочки. Как бы... Так, ну слушай, ну мне кажется, то что надо вот сет, что ты ржешь. Дедушка, не подскажете, как в аптеку пройти? Какой я тебе дедушка? Я тебе говорю, вот не тебе не кажется, что нам вот с этой вредной еды, с мяса надо перейти на более что-то? Ты уже начал язык заплетаться, все, дедушка, вы в зеркало посмотрите, у вас вон шевелюрка какая седая, и бровки смотрите какие седые. Дедуль, а дедуль?
Ядрёный пирожок, внучка, это чё такое? А сзади я тоже лысый? Ну как тебе сказать? Ты не лысый, ты не лысый, ты прям такой, знаешь, дед-пердед. А у меня же ещё ушки выросли, ты заценила? Слева и справа, смотри, какие ушенята. Ну, хоть слышать будешь теперь. А морковку будешь? Морковку будешь? А, подожди, давай. Наверное, зубы вставные, наверное, да? Тебе нельзя жесткое жевать, дедуль. Потом, в следующей жизни пожуешь морковку. Слушайте, а как от внучки отказаться своей? А то она как-то слишком умничает. О, она мне опять замедление вот это. Слушай, ну, реально, не, люблю Воронеж всем своим сердцем, хоть там еще ни разу не был, но что-то это как-то не очень. Слушай, Кать, у меня к тебе есть идея, пока вообще вот так кости не посыпались. Подойди сюда, пожалуйста, вот на гору. Ща, подожди, дедуль, я картошечку пособираю, пока спина совсем уже не от это не атрофировалась, пока нагибаться могу еще. Это, конечно, все хорошо, а вот этот бабуль, но у нас проблема-то такая. Пока старость со спины не подкрылась, пока вот эта подружка смерть в двери не постучалась, нам надо обеспечить свое будущее. Когда мы с тобой ходить не сможем, нас кто-то должен таскать. Я предлагаю тебе вот это лошадку приручить и запрести ее вот сюда. Как на такую идею посмотришь, бабуль? Слушай, у меня есть яблоки, у меня есть два седла. Все, в принципе, сходится, поэтому пошли приручать лошадь. Пошли приручать. Опа, я уже там лошадь вижу, там вдалеке. Подожди, дедуль, у меня замедление. Ну не куда ты так втопил? Ну подожди, пожалуйста, бабушка. Ну давай, давай, чё ты? Вот все, начало бежать. А сейчас у меня замедление. Да ядреная старость это. Старость не радость, молодость гадость. Ну подожди меня, дед. Ну куда ты попёрся? Подожди. Ой, бабуль, еле как ляхами передвигаешь, честное слово. Пошли, давай, о, вот, вот, все, вот эту лошадку приручаем, да? Какую? Вот эту вот гнедую? Да, вот эту, да. Так, лошадка, ой, что-то я так видеть плохо стала. Сейчас я лошадку покормлю. Все, а два яблочка ей хватит или сколько ей надо яблочков? Я не знаю, попробуй сесть на нее. Ага, сейчас, ой, что-то, блин, вообще зрение как будто в одночасье исчезло. О, бабуль, да у вас очёчки-то появились какие? Какие? Большие, черные. Вот, да. Вот сейчас пошли, best friends. Ты чё-то вообще не то надела, что надо было? Вот. Я прошу, эй, куда вы? Всё, бабуль, ну-ка, давай. Слезь. Бабуль, мне на 3 года больше, чем тебе. Это я заслужил топать на лошадке. Ты давай за мной побежала. Эй, я же еще золотую броньку на нее надела. Я хранила специально. Вернись, старик. Ща, подожди. О, вот это совсем другое дело. Такси заказывали, Екатерина? Это просто шик и блеск. Вот это я понимаю, бизнес-класс. Ну, ты даже не рассчитывал, да? Ну, слушай, на старость мы себя уже вот это обеспечили, мне кажется. Ядрёна мать. Это как за секунду сейчас произошло такое? Дед Мороз, борода из ваты. Так, я дальше с вами не поеду. Я не хочу, чтобы меня дед угробил. Ни в воде не видит, еще нифига не соображает. Уже там маразм старческий. Это я не вижу, а это у тебя вообще-то вот эти очечки. Это в смысле я не вижу. Давай, так, кати присаживайтесь, меня. Присаживайтесь, присаживайтесь. Давай, хорошо-то как резко стало. Давай, покати, покати. Слушай, а мы с тобой как бы выживаем или доживаем свои дни вот эти? Я что-то не понимаю, чем мы занимаемся. Ой, мне кажется, все. Нам сейчас нужно провести последние наши денечки в счастье, в радости и в повозке с лошадью. Да, ты счастлива, бабуль, Екатев нафиг? Я вообще отлично себя чувствую, с ветерком сейчас покатаемся, и можно уже как бы туда отправляться. Да, можно вот это, на другой мир, в другой, да. Старость, Воронеж, как-никак. Ой, а ты чё вот эту коровку-то прихватила сзади-то, смотри какая. Молодая женщина, а вы за билет заплатили, как бы, нет? Ты на вот этот, на канал подписалась, курица? Ну, в смысле, корова. О, все, уже как бы деменция, вот это все дела, путаем животных. Давай, вези меня, вот эта старперша. Вот так. С коровой тяжело вести, она ж тяжелая, телятина это, убери ее. Подожди-то, вот так совсем другое дело. Давай, покатила. Откуда у тебя силы, дедуль, корову убирать? Убивать.
Я вот это, что хотел сказать, для молодежи-то вот это, которая нынче у нас там Майнкрафт смотрит, Ютуб вот это смотрит, там подписаться на канал надо, пока мы не умерли, пока старость вот это свое не забрала. Подписаться надо, а то как бы новые ролики с того света же будут все же выходить. Это не важно, если мы там кони двинем. Ролики как выходили, так и будут выходить. А то как бы если не подписан, значит уведомления не получаешь. Да, я Катя Бобик. Старик, ты меня в этой жизни хоть раз нормально назовешь по имени? Екар. У меня язык не поворачивается тебя Катей просто назвать, понимаешь? Слушай, дедуль, ой. О, стоп, ты не в самые хорошие места нас завела, здесь... Ага. Я так сейчас был! Он в повозку сел и повозку взорвал! Катя, еще один, смотри. В смысле? Слабость. Добрый день. Надо его убить. А как мы... Ай! Ну, пердашки, почему слабость так вовремя далась? О, сердечко, ядрить батон вот этот вот. Ой, лошади там все хорошо. Походу, она тоже стареет. Все же Воронеж как-никак. Слушай, дед, мы с тобой встряли, походу. Бабуль, смерть подкралась со спины незаметно, спасайся! Я не могу! Почему ты не можешь? О, морковка выпала, нифига себе! Так ты все равно жевать ее не сможешь, старый хрыч. Ну тоже верно. Все, давай пошли за мной. Вот мне кажется, кобылу можно оставить, что ее за собой тащить? Пошли. Как это, что ее за собой тащить? Она нам жизнь спасла. На ней золотая бронька, подожди, сейчас сниму хоть. Ну снимай тогда на себя надень, тебе точно она подойдет. Вот это, ну мало ли, вдруг мы другую лошадь захотим приручить под старость лет. Там мне кажется, то, что в принципе под старость лет много чего можно попробовать, то, что мы еще с тобой никогда не пробовали. Как тебе такая идея? Так, тихо, я старая женщина, отойдите от меня. Убей, я... да, Катя, текаем отсюда! Да вот я не вижу ничего, куда бить-то, я слепая уже! Северо-запад, тут три Игоря за мной, Кать! В другую сторону, да, вот сюда побежала на него. Ща добегу. Тикай, как можно скорее. Давай. Катя! Нет, Улька, ты где? Ой. Среди белого дня молния, мне кажется, смерть по нам пришла, точно. Я уже вижу свет в конце туннеля. Да, это не свет в конце туннеля, это рассвет просто. Давай беги за мной. А почему зомби-то не горят, не могу понять. Уже день на улице. О, загорелись. Что ж молния-то фигачит без дождя? Что за бред? Бог Майнкрафта, успокойся. Это что такое? Так это, походу, реально бог Майнкрафта нам просто предсмертный подарок решил сделать. Это что такое? Подожди. Ну да, давай, давай ты уже... давай, наконец-то, вот это... Это что такое, бабуль? Ядрёный случай, это как? А как? У тебя уже тут одни штуки обвисшие появились, я вижу. Немножко, конечно, но ладно, я на них не буду внимания обращать. Ничего не горишь, слепошара старпёрская, это что сзади меня крипер, ты смотри, он кресло мое почти взорвал, или твое. Так у меня зрение минус 48 тысяч на левое и минус 5 на правое. Ладно, подожди, что это за дичь? Это нам реально предсмертный подарок, походу? Как ты взлетел? Нажми на пробел и нажми на вперед, на W. Пробел это подниматься... Подожди, стой! Куда ты полетела? Пробел это подниматься, Ctrl это спускаться. Как это шайтан машина работает? Ctrl спускаться, бабуль, Ctrl вниз. Давай зависнем здесь на одной высоте. Ой. Вот. Я нажала Shift. Да, вот и остался я без бабульки. Ладно, дедулька-одиночка у нас будет. Слушай, Екатерина, ну хорошо-то как, хорошо! Скоро помирать уже можно! А тут смотри, бог Майнкрафта, какой подгончик подогнал! Спина-то болит, а тут уже летать на вот этом кресле хотя бы можно будет. Ну что, мои детишки и внучата мои, и сох я весь!
похудел-то как сильно. Вот бабулька уже вот это копыта двинула. Похоронил я ее. Вот это, вертолет кресло здесь оставил. Да и мне пора на самом деле. Покойся там, бабулька, в мире Майнкрафта. Ах, ну и я могу спокойно. Ты там лайк не забудь. Хотя бы в честь того, то, что мы сегодня смогли дожить свою жестянку в Воронеже. Всем пока. Темно-то тут, как в заднице у крипера. Слышь, бабуль, ты там за стенкой как поживаешь? О, дед, ты что ли тут уже? Да, возле тебя вот тут лежу. Слушай, мне тут не нравится. И чё ты предлагаешь? Я обратно. Я обратно на улицу хочу. Слушайте, а может мы сами найдем какой-то способ, в Майнкрафте же все возможно, найдем какой-то способ, через который в следующей серии мы наоборот будем молодеть до размеров ребенка? А, ну тогда слушай, тогда в задницу вот эту старость, да ну в пень нафиг. Я манал я умирать, если можно наоборот еще ребенком стать. А давай вылезай, карга старая, чё подыхать собралась, вылезай. Лесенку мне подайте, силок-то уже нету. Вот лесенка, вставайте, вставай. Оп, 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 здорово. Здорово, помирать собралась, это полетели нафиг. Так, дубль 2. Как этой шайтан-машиной пользуются? Вот, примерно как-то вот так. Как бы Воронеж Воронежем, но даже старость нас в могилу не сведет. Так, ну все, ребята, мы полетели коктейльчики пить, да, в клубешник? Да, в клубешник. Старость как бы тусовкам не помеха. Всем до свидания. Все, полетели, снега метели. Ты валидол там, главное, не забудь коктейльчик подмешать, а вот это молочный. Это позвоночник захрустел.